низкое качество дорог в городе Ростове. За городом Ростове. Будьте готовы. Страшно? Посмотрите, какая она идеально ровная. О, да по ней можно гонять. Мы, в принципе, знаем, для чего мы это делаем, зачем мы это делаем. Мы знаем, что, дай бог, мы его построим. Миллионы граждан ждут этот мост, это будет ожидание, это будет такое знаковое событие для, и для Крыма, и для Кавказа, и для всех стран.